Твою мать, а выливать-то зачем? Ну, храни меня, святая шаурма. Добро пожаловать, собака, в шаурмен. Сейчас блеванет. Лучшая шаурмяч... Шаурмен, брат и братиха. Здравствуй. И это новая серия моей новой рубрики «Симулятор повара в Мунсруфте». В предыдущей серии в мою шаурмечную пришла Катюха и заказала огромную гавайскую пиццу с ананасами. Да, я в своей шаурмечной иногда делаю даже пиццы. Мы сделали ей просто... какая конфетка пицца! Катя мне за нее даже забашляла 1000 рублей. И это хорошо! Первый клиент, первый заказ, 1000 рублей уже в кармане. И это вторая серия. А если ты не видел предыдущую серию, обязательно посмотри, чтобы просто знать, до чего же я докатился и как я вообще открыл шаурмечечную, что мне вообще в голову стукнуло это сделать. Этот чубзилет приветствует новых клиентов, а я прямо сейчас отправляюсь в мою шаурмечечную, которая работает 24 часа на 7, да, но только почему я закрываюсь тогда в 10 вечера, я тоже не знаю, если на 24 на 7. Вот этот, с этим мне еще предстоит разобраться. Сегодня я буду ждать новых посетителей. Я надеюсь, что хотя бы несколько нормальных посетителей сюда придет на обычного роста. Опа, опа, а кто это там прячется? Это случайно не Мия и Константин Наркоманич? Потому что как бы у нас в этой серии, ну ты видишь, кому мы должны выполнить заказ. Яид у меня уже заказал огромную, просто гигантскую шаурму. Но перед тем, как сделать ему огромную шаурму, я должен принять хотя бы обычных, нормальных клиентов, ну, нормального роста. Я также в предыдущей серии объяснял, почему в этом мире есть и нормальные вот такие посетители. Ну как нормальные? Эти наркоманы Петрович еще такие себе нормальные. И вот такого огромного роста, почему они здесь есть. Здорово! Здорово! Да, ресторан! Ну как ресторан, Мия? Ну не ресторан, шаурмечечную. Костя, тебе нельзя пиво. Ты еще маленький для такого. Давайте, заказ. Что будете сегодня брать? У меня есть шаурма только в ресторане. Сегодня я больше ничего не готовил, только шаурму. Мне бургер. Мия, шаурма только есть. Бургера нет. А что еще есть? Шаурма! Только шаурма! У меня шаурмечечная! Что-то другое, кроме шаурмы. Что-то другое шаурмы. А, да, кстати, есть. Шаурма! Мия, третий раз тебе повторяю, у меня сегодня только шаурма есть. Вот я наготовил сегодня много шаурмы. Одна шаурма и вторая шаурма есть. Еще 3, 4, 5. Одну шаурму тогда. А, без проблем, Мия, так, держи. Тебе одну шаурму куриную. У меня элитная шаурмешечная. Одна шаурма стоит 200 рублей, чтобы просто знали. И тебе какую, а мне вегетарианскую шаурму. Костя, ты чё, из этих, вот это, какую вегетарианскую? Держи нормальную пацанскую шаурму с курицей. И давай не выёживайся. Нету, нету. С вас по 200 рублей. Что один, что другой. Ну, другая, да. Утка. Оп, оп, на бочку, на бочку. Шашлык есть. Кстати, по поводу шашлыка, не, Костя, шашлыка нет. К сожалению, нет. Я тоже, я хочу его в будущем выучить рецепт шашлыка, гриль заказать. Я, кстати, уже заказал гриль, он придет в следующей серии. Костя, 200 рублей гони, я тебе шаурму дал. Ага, ага. Ну все, как хорошо у нас бизнес. Еще плюс 400 рублей. То есть у меня уже... Ну хорошо, хорошо. Кофе есть? Кофе, кофе, кофе. Да, есть. Вот, вот кофе. Тебе кофе, держи косячек себе еще. Соточка, давай, давай. Бизнес процветает, бизнес. А тебе, Мия, нельзя кофе в этой жизни. Угу, угу. Ты сегодня обойдешься без кофе. Слушай, нормально так уже, баблишка. Уже 500 рублей за одну серию. Я не пила сегодня. Ну, как бы, знаешь, это уже не мои проблемы, то, что ты не пила кофе. Хотя, если у меня есть в запасе, я тебе тоже дам. Так, а у меня чай... И да, есть. Два чайчика и кофе. А можешь еще... Костя, у меня нет сегодня шашлыка, я же сказал 4 раза, у меня только шаурма сегодня, только шаурма. Сотку гони меня. Ага, молодец. Ну, плиз, у меня день рождения сегодня. Да? У него днюха сегодня? Костя, а чё ты... Так, подожди, Костянчик, а чё ты не сказал, что у тебя днюха сегодня? А, ну тогда, ну сначала я поздравлю Костю, потом ты тоже поздравь Костю в комментариях. У нашего самого главного голубого наркомана сегодня день рождения. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy хуяздый, мой дорогой Костя!
Хэппи хуёзды, наркома! А сейчас проваливай с моей шаурмечной. Пойди бухать. В следующий раз, завтра приходи, Костя, завтра приходи, завтра у меня будет уже гриль и шашлык. Костя, слышь, дебил. Ой-ой-ой, какой за ВДВ, Костя, ты там дурак? Кто там едет? Я слышу, кто-то едет. А, здравствуйте, ёханый бабать. Здорово, хлебобублочные изделия, я тут хлеб купил, запить нечем, дай кока-колы попить. Хлеб купил, да? Так, кока-кола, где у меня кока-кола? Здесь кетчуп у меня, кока-кола. Хлеб, кока-колы нет, только вода с-под крана. Будешь? Ладно, давай воду. Ага, хорошо. Конечно, держи, мой дорогой хлеб. С тебя 50 рублей. Ну ты зажрался. В смысле зажрался? Ты чё? В этой жизни бесплатный только сыр в мышеловке. Даже воду из-под крана нужно платить за неё. Приехал, оскорбил, уехал. Хлеб купил. Еще плюс 50 рубасиков. Бизнес-то процветает. Так, в первую очередь нужно взять лаваш, поставить его в печку и разогреть. Сегодня для Аидушки мы будем готовить огромную гигантскую шаурму. Что для нее нужно? Лаваш, морковка, огурчики, помидорурчики, кетчуп, соль и куриное филе. Это мой фирменный рецепт шаурмы. От шаурмена! Ну вот, кстати, что тебе шаурмен-то сказать хотел? Хочешь бесплатный шаурма? Лайк поставь и будет. Эдисон творит чудеса, пицца, куры, люди. Всех накормит Машу Вать. Все здесь обожрутся. Шаурмен стрелять копать. Вот кому все тёлки жмутся. Матерь божья, так я еще и не повар, я еще и писатель. Слушайте, сколько во мне талантов. Лайк поставь, если шаурму хочешь. Набираем 30 тысяч... В следующей серии каждому шаурму сделаю. Все, кто поставит лайк, каждому сделаю шаурму. Помидорки у меня есть. Вот здесь морковку мы берем. В принципе, ну давайте мы возьмем 5 морковок. Этого 100% должно хватить. После этого огурчики, мои дорогие. Вот так вот. Сколько? 23 огурчика. Ну вы растите больше, мои дорогие. 33 огурчика, это мне хватит даже на следующие 5 серий. Поэтому в запасе это очень даже хорошо, что они у меня есть. Раз, два, три на разделочную доску. И ты знаешь, что мы сейчас будем делать. Огурчики есть, морковка есть. Нам с тобой еще нужно взять сыр. А в шаурме есть сыр? Вроде нет сыра. Поэтому мы возьмем помидорки. И что нам еще нужно? Соль у нас вот здесь. И что еще? И кетчуп. Кетчуп же нужен? Кетчуп же тоже вроде нужен. Только проблема в том, что у меня нет куриного филе. Вот это еще не дожарилось. Ему нужно примерно еще часика так два, чтобы дожариться. Ладно, с мясом мы что-то придумаем. Я взял, вот, все, нагрелся лавашик тесто. Ну, как бы лаваш тесто в одном водоеме плавает, поэтому... Здравствуйте, Аид! Здравствуйте, мой дорогой! Вы пока рассказывайте, как там ваши дела, как там ваше выживание бомжей поживает. Чё-то, мне кажется, я слишком как-то разогнался, мне даже этого теста не хватит, чтобы сделать шаурму. Хотя, ну она у вас будет не такая большая, как хотелось бы. Вот, примерно вот такая. Ну потом ее еще как бы нужно свернуть, поэтому все нормально. Первым делом, что мы с вами сделаем? Огурчики. Шаурма... У нас не должна быть прям огромная, поэтому здесь у нас будут огурчики. Здесь у нас будут помидорурчики. Ну, давайте еще одну помидорку, я же тоже не жлоб. Морковку можно поставить одну сюда. Ну, как бы здесь не только одна морковка, здесь их штук 6. Столько морковки съешь, кроликом станешь. Немножко соли можно забабахать примерно вот сюда. Ой. Чё-то я как-то слишком много ее сыпанул. Я надеюсь, ты любишь соленые. Чё-то я как-то слишком мало кетчупа взял, поэтому возьму еще вот это. Я ж тоже не буду жмотиться. Тем более, как бы ко мне в гости. Сам Аид пришел, поэтому. Сейчас, Аидушка, сюда кетчуп. Я помню, в детстве был друг, который кетчуп называл кепчук. Кепчук. Вместо кетчупа кепчук. Хороший был друг, не знаю, где он сейчас. Хотя нет, не хороший на самом деле, ну ладно. Ну вот какая красотища! Ну вот! Ну, шаурма почти готова, только мяса не хватает. А мяса у меня нет, потому что оно еще жарится, и там еще часика два. Аид, вы случайно не вегетарианец? Не? Ой, какие бомжики нынче у нас переборчивые, поэтому... Это... Кто там что ломает? Собаки. Сраные школотроны, я их не первый день встречаю. Опять походу пришли тыбзить помидор.
Ай, пописи. Ай, уёб, перес это... Ой, думаю, то, что летние каникулы начались, все позволено. Вы бы знали, сколько раз я уже их тут застукивала. Они сначала приходят, у меня огурцы воруют, потом картошку воруют, потом грибы воруют, даже вот те красные. А сейчас дошло до того, то, что они помидоры воруют. Ладно. А ну проваливайте отсюда! Быстро проваливайте отсюда! Помидоры, собаки, все своро... Вам что, не пон... Хоть я в ВДВ не служил, но за ВДВ, мать вашу! Спрятался, небось, там где-то... За деревом, да? Ну вот и хорошо. Мне кажется, после такого они точно не вернутся. Надо решить проблему с фаршем. Сколько здесь еще? Ну, примерно минут 40 осталось, а ночью будет здесь варганиться. У меня есть, конечно, одна идея. Я надеюсь, то, что я смогу выкрутиться. Только, пожалуйста, не обессудьте меня. Я знаю то, что эта идея... Ну, такая себе, но у меня другого варианта нет. Или я сейчас еду, сделаю нормальную шаурму, или он больше сюда ко мне никогда не вернется. Сейчас мне здесь нужно кое-что исправить. У меня все же под столом же газовая плита находится. И все готовится прямо здесь на столе, поэтому... Сейчас... Я уже начинаю шаурму заворачивать, не переживайте, дорогой мой Аидушка, не переживайте ни в коем случае. Ага... Куриное филе забыл просто. Ну, филе цыпленка я имею в виду. Тут стой и ничего не делай. Тут стой. Ничего ему не скажем. Аид у нас с этого момента станет вегетарианцем. Та-ра-та-дам! Готово! Попрошу заплатить, Аид, 1200 рублей, 1200, учитывая то, что вы гигант, для вас гигантская пицца, это... Да, ага, так вот так, 1200. Кушайте, приятного аппетита, там мясо слишком специфическое, вы его можете даже не почувствовать. Или вы его можете не почувствовать, потому что там его банально нет. Ну все же, как бы, курочек же тоже жалко, поэтому пускай они там живут. Я там хотел такое дельце небольшое провернуть. А какая на самом деле разница, где курица зажарится? Вот здесь она у меня жариться будет? Вот здесь? Или все же здесь на сразу же внутри шаурмы? Здесь, посмотри, какая огромная печка у меня находится. Ладно, надо валить отсюда как можно скорее. Все же у меня сейчас будет обед. Я пошел на обед. Аид пускай там себе кушает свою вегетарианскую шаурму, а мне нужно валить. Приду через пару часиков, когда он докушает. Шаурмен! Самый вкусный, самый полезный и самый сочный, Вася, шаурма во всем Майнкрафте. Проверено мной, Катей и Аидом. Ну еще Мией и Костей. И может быть проверено тобой. Я тут, короче, буду сваливать сразу же. А то мне кажется, то, что сейчас кто-то запалит, то, что я ему в шаурму случайно не подбросил немножко мясца. А я свою репутацию портить не хочу, поэтому... До скорой встречи, ты знаешь, что нужно делать, чтобы эта встреча произошла как можно скорее. Шаурма — это пища богов. Запомни это и маме своей скажи. Попроси, чтобы она сегодня тебе на ужин приготовила. Ага, все, давай, пока. Ты еще тут, я сказал пока. Все, чао, бомбино, ролик закончился. Все, аривидерчи, аривуар, бри-би-би-би. Не уходишь, значит, да? Че бы сделать, чтобы ты ушел? А, ну так я просто тебе черный экран врублю. Пока. Даже так не уходишь? Ну тогда музыку тебе врублю. Вот слушай и тыкай на конечную заставку. И иди смотри там другой ролик.